Всем привет, меня зовут Евгений Сарапулов, я психолог. Буду проводить мастер-класс по теме 5 способов, как восполнить жизненную энергию. Один из способов – это природа, мир, который нас окружает. Например, цветы, клумба. Их посадили такие, какие они есть, их поливают. Рядом с ними вот этот такой твердый гранит. А вот на мне рубашка. И все это несет в себе информацию, энергию. Это вырабатывает кислород. И кто-то подумал, что это будет не просто цветок красивый, но и... Ну да, это будет и красота в том числе. Вот это когда-то было породой, но это взяли и обработали. Кто-то придумал дизайн этой рубашки. Мне нравится этот цвет и вот все, что как тут сделано. Люди вложили в это свое творческое начало. Они вложили свою энергию, мысль, информацию. Причем вложили так, чтобы те, кто будет на это смотреть и этим пользоваться, они испытали удовольствие, наслаждение. Когда мы на это смотрим просто так, мы эту энергию как бы пропускаем мимо. Когда начинаем так думать, то у нас происходит соединение с тем творческим началом, которое было вложено во все эти окружающие предметы. Вот примерно так, и не только так, но и по-другому мы будем говорить на наших мастер-классах о том, как брать эту энергию для восполнения движения жизни в любых условиях, при любом раскладе. До встречи. Пока.